Всем привет! С этого дня я решила выпускать маленькие уроки для новичков и складывать их в шкатулку полезностей от факультета рукоделия. Мы будем рассматривать различные техники вязания от простых до сложных, как спицами, крючком, так и бисером. А вы, в свою очередь, в комментариях можете написать свои вопросы, и я постараюсь снять на них ответы. И первый урок стоит начать с самого основного, с классического набора петель, который вы будете использовать в большинстве случаев. Для того, чтобы учиться, советую взять пряжу средней толщины и спицы 3 или 4 мм. Обычно производители пряжи на этикетке указывают подходящие номера спиц. Вот здесь мы видим 4 или 5 номер. У меня спицы 4-0. Отматываем нить от клубка и оставляем пока небольшой хвостик. В дальнейшем длина этого хвостика будет зависеть от количества петель, которые надо будет набрать. Смотрите, располагаем нить на пальцах левой руки так, чтобы хвостик у нас был на большом пальце, а нить, которая идет от мотка, на указательном. Тремя пальцами фиксируем обе нити в ладони. В правую руку берем спицы и складываем их ровно вместе. И петли мы будем набирать на две спицы одновременно. Можно делать набор и на одну спицу, но пока вы учитесь, набирайте на две спицы, чтобы было удобнее вязать первый ряд. Итак, начинаем набор. Спицы мы заводим под нить, которая проходит сверху. Придерживаем ее и оттягиваем на себя. Вот здесь у большого пальца получилась петля, под которую нужно завести обе спицы. Дальше мы тянемся к нити на указательном пальце, захватываем ее и протягиваем в петлю у большого пальца. Теперь петлю с большого пальца мы скидываем и затягиваем петлю. Когда затягиваем петлю, нить автоматически снова надевается на большой палец. При таком способе набора вначале на спицах образуются две петли. Дальше будем набирать по одной петле. Снова спицами ныряем под петлю на большом пальце, захватываем нить у указательного пальца, протягиваем ее через петлю, снимаем и затягиваем. Вот у нас появилась третья петля. Снова заводим спицы под петлю, захватываем нить, вытягиваем, снимаем с пальца и затягиваем. Четвертая петля. Таким образом продолжаем набирать необходимое количество петель. Теперь вам осталось немного потренироваться, и у вас получится набирать петли так же быстро. Для того, чтобы начать вязать первый ряд, мы вытаскиваем вторую спицу, и петли у нас остаются на одной спице. Берем ниточку, которая у нас идет от клубка, надеваем на указательный палец и начинаем вязать. Петли мы уже рассматривать будем в другом видео.